Здорово, с вами как всегда Хардкекс, это новоиспеченная игрушка, в общем, джим-менеджер. Или мы, в общем, менеджер спортивного зала. Чё это? Малыш, ты куда? Короче, мы будем развивать свой спортивный зал, не знаю, что за игрушка, сделана на коленке, не на коленке, в общем, сейчас посмотрим. Открыть инвентарь, что у нас тут? Инвентарь 1, 2, 3, 4, 5. Открыть меню инструментов Q. Это у нас починить, кулак, чпэнк, чпэнк. Что-то я сам как бы не очень здоровый, да? И открыть карту. Что у нас тут есть? Банк, спортзал наш, спортзал противника, кстати. Малмарт, в общем, где можно скупиться, музыкальный магазин, магазин оборудования, дом, дополнительные магазины, базар, теннисный парень, партийный дом, короче, что-то в этом духе. Так, у нас тут... я зашел только что, я думаю, ля, это наш зал. А это зал противника, то есть мы будем конкурировать с вот этим залом замечательным. Смотрите, там люди качаются там и так далее, да? Давайте посмотрим, что у нас там. Че, на ноги чисто. Тип чисто тоже сжал только что. Что у него с глазами? Так, побежали. Мать в платье чисто качается. Ой, да ты сильно не напрягайся. Вот такая вот тема. Тут всякие плакатики мотивационные. И наш зал. Наш зал, который вот он, похож на кусок говна, да? Мусорное ведро. Что мы делаем? Так, метлу берем. Так, а где у нас там инвентарь? Метла разблокирована, меню инструментов. Теперь вы можете почистить. Ага, это через Q, я так понимаю, да? Вот это все мы прибираем. Вот так подмели. Подмели всякие шкурочки и так далее, да? Такс, отлично. Ага, еще. Так, все, вроде бы у нас уже чисто, да? Очистить тренажерный зал. Да, у нас это есть. Пустое мусорное ведро, да? Опустошить. Так, отнести. Теперь это нужно в мусор, да? Правой кнопкой мышки бросаем мощно, жестко. Так, дальше у нас тут что? Разблокировать гаечный ключ. Что? За 50 баксов мы покупаем гаечный ключ. Гаечный ключ разблокирован в меню инструмента. Теперь вы можете использовать оборудование, перемещать вещи. Так, двигать кровать и мусорное ведро. Что? Ага. С помощью этого гаечного ключа я могу это все передвигать. Ага. Понял. Принял, обработал. Так, а куда нам это? Так, это туалет. Ну, блин, у нас спортивный зал, конечно, херовенький. Так, ну, я не знаю, где мусор будет. Вот здесь вот у входа сразу, да? А, кровать. Где у нас будет кровать? Зачем здесь кровать, я не понимаю. Пускай будет тоже здесь, я не знаю. Ее нужно просто куда-то разместить. Big sell. Так, купите спортивное оборудование. Вот это уже интересно. У нас 4150 баксов. Так, а куда? Нам можно и там купить. Спортзал? А, нет, вот оно. У нас только здесь. Фитнес. Фитнес-стор. Так, оборудование. У нас тут всякие беговые дорожки, там велосипеды, тренажеры. Ну, давай, жим лежа. Основа. Покупаем. Так, ну, ладно. Так, это. Что нам надо еще? Ну, давайте беговую дорожку. Включен в полную версию. У нас пробная, поэтому давайте вот это покупаем еще. Так. Велосипед. Нельзя. Наклонная скамья, присед. Конечно же, так. Стойка. Обязательно. На бицуху. Нельзя. Так, тоже нельзя. Так, ну и... Все остальное в полную версию включено. Ладно. Тоже нельзя. Короче, ничего нельзя практически нам делать. Ладно. Покупаем. О, кстати, коврики. Длинный коврик. Квадратный коврик. Ну, длинные коврики возьмем тогда, да? Так, все, 5 чего-то мы взяли, всяких разных штуковин, да? Теперь можем все это дело размещать.
Так, ну давайте где-нибудь так. Так. Вот так вот. Опа. Здесь куда-нибудь стоечка вот здесь вот. Как обычно, да, вот здесь в уголку. Так, это у нас стоечка для гантелей и так далее, да. Будет у нас вот здесь, хочу, чтобы была беговая дорожка, чтобы они вот так бежали и видели улицу. Видели, куда бегут. И стоечка так. Ну, пока что вот так расположим, в принципе. Какая нахрен разница? Большой коврик. А, это для йоги чисто, да, и так далее. Ну, давайте вот... Я не знаю, блин, у нас места очень мало, кстати. Очень мало места. Или надо было просто разместить все немножечко по-другому. Давайте немножко я по-другому сделаю это все. Так, мы разберем это все. Так, ага, ага. Так, и это, ага. Все, так. Где у нас там? Непривычно немножко. Так. Это мы, наверное, все-таки расположим вот так вот. Непопулярное пока что у нас место, кстати, нам пишут. У нас пока что такая подвальная качалка, знаете. Но ничего, все с чего-то начинали. И вот так вот. Вот. Так, и коврик пускай будет где-нибудь вот здесь в уголку. И, по-моему, уже, в принципе, плюс-минус нормально. Ну, чисто подвальная качалка так. Открыто! Заходите, люди добрые! Так, что там? Вам подкачаться. Уходите, блин. Так, передайте знать. Купить брошюры. Чё? Брошюры. Где? Расширить можно. Плюс 300 баксов. Слушайте, тут место. Еще можно место потом. А, под сауна, солярий. Слушайте, тут развитие есть. Поэтому обязательно прожимайте лайки. И тогда будет, конечно же, продолжение. Брошюры, рекламку покупаем. Я так понимаю, да? Простая брошюра, качественная брошюра надо. Не, ну пока что мы... У нас зал простой, поэтому чего нет. Так, 10 брошюр покупаем. Простая брошюра добавлена в инвентарь. Еще 10. Это, я так понимаю, мы сейчас будем просто брать и раздавать все это дело, да? Так. Один так. Хочешь подкачаться? Погнали к нам. Ну, что такое? Человек. Так, человек, подкачаться не хотите? Вот, уже пошли клиенты, пошли. Оу, подкачаться не хотите? Давайте. Потенциальный клиент, давай, братанчик, давай. Качаться надо, брат. Качаться надо. Заглядывай к нам. Так, коп. Заглядывай. Так, раздать 10 брошюр у нас. Есть задание выполнено. Так, что там, здоровяк какой-то? Давай, братанчик, заглядывай к нам. Никакого оборудования или объекта нету. Ага, у нас просто уже все забито. Что это такое? А, это он качается. А что восклицательный знак там был? Это они мусорят, что ли? Не мусорьте. Ой, блин. Так, все качаются, все нормально, все отлично. Так, мы убираем вот этот мусор. Аккуратненько. Не срём. В туалет заходят. Потихоньку бабки сыпятся, слушайте. Чё это такое? Братан, нужно штангу снимать, а не стойку поднимать. Ну, слушайте, у нас пока что зал такой себе, да? Но, блин, а чё делать? Все с чего-то. Клиент хочет подписаться. Чё, куда подписаться, брат? Опа. Куда? А что сделать-то? В смысле подписаться? Я не понял, в смысле подписаться? Абонентская плата, типа, обманывать клиентов, пока не тренируются. Что? Чё, как вам сделать эту клиентскую херовину-то? Что это? Это у нас менеджера, да? Или тренера? Как вам сделать эти? Стена гайца, улучшения различные, так, музыка, бюджет, члены.
Чё членов нету-то? Что это такое? Так, это у нас музыка. Так. Как я не... А, вот, всё. Обсуждение подписки. Да, я принимаю. Так. А... Тебе на сколько? Вот такая цена. Пойдёт тебе, братанчик? Всё, так, ты. А чё у нас там? 5 дней, 7 дней подписки. Ну, пойдёт, короче. Все, отлично. Все, подписку два, типа, сделали подписку. Отлично, вообще замечательно. Тут у нас чаевые, я так понимаю, да, еще остаются. Слушайте, у нас тут дело идет. Так, там не надо убирать, отлично. Что это? Сотовый телефон. Кто-то забыл сотовый телефон. Ну, ничего страшного. Так, дальше, что у нас тут? Мы можем покупать, я так понимаю, один тренажер, один человек. Поэтому нужно нам, ну, немножко по-другому сделать, получается, да? Так. Фух. Как это сложно владеть. Так. Чего у нас тут темно так? Братанчик, заходи. Клиенты не придут так позже. А ну-ка, давайте, загляни позже, да, хорошо. Загляни позже. Это мы раздаем брошюры или нет? Так. Ага, все, раздаем. Так, отлично, все, в принципе, что у нас тут? А, получается, мы заказываем тогда, наверное, еще брошюр. Простых опять-таки. Еще 20 штучек, да? И, в принципе, дело идет, слушайте, бабки сыпятся у нас. Что у нас тут можно сделать еще? А, давайте расширим немножечко, да? Дальше у нас 1000 баксов идет расширение. Так, угу. Что, не расширилось? Что, не расширилось? А, наверное... Мулатора, наверное, надо лупануть, да? Чтоб было. Нет. Короче, ладно, сейчас разберемся. Так, дальше что у нас там? Получается, спать надо, раз мы уже здесь, да? Дом. Дом у нас вон там. Поэтому погнали до дома. Закрыто. Приходите завтра. В принципе, неплохо, слушайте, мы заработали. Так, а вот, кстати, можно этот, купить себе дом. Рекламный щит. О, прикольно, мы купили рекламный щит, слушайте. Теперь у нас тут реклама нашего заведения. Нормально так. А как это обманывать клиентов, пока они тренируются? В смысле обманывать? Что-то я так и не понял. Обманывать клиентов, пока они тренируются. Где у нас тут начать следующий день, допустим, или... Или, короче, в любом случае прикольно, тут очень много всяких приколюшек есть, планы развития, поэтому обязательно ставьте лайки, и будет, конечно же, продолжение. У нас тут два клиента вот есть, один абонемент на 51 день, у второго на 53 дня, то есть они довольны, в принципе, дни остались. А, нет, это на 5 дней, это 51 бакс за день. На 5 дней, на 7 дней, в общем... Прикольно, прикольно. Есть куда развиваться, есть куда расширяться. Тут очень много места у нас будет в будущем. Вот, поэтому ставьте лайки, и будет, конечно же, продолжение. Для вас снимал Хардкек, зацените предыдущие ролики и смотрите ролики на канале. Увидимся.